Приветствую всех на своем канале в Приоре. И сегодня я хотел бы рассказать о том, как избавиться от сверчков и различных непонятных звуков в машине. И начнем мы именно с бардачка. Если при езде вы слышите непонятные звуки с правой стороны вашей Приоры, то вполне возможно, что сам звук издает именно бардачок. Да, в Приоре даже он может брякать. Итак, брякает, а точнее не он сам, не бардачок, а маленькая железная втулочка, их две, которая находится за самим бардачком. Они фиксируют бардачок. Сейчас попробуем его снять, посмотреть, что там. Чтобы снять бардачок, нужно сначала все вытащить из него, затем вот эту вот планочку, ее нужно маленько на себя давнуть, а потом вывернуть вот в эту сторону, вот так вот. Вторую также давим туда и вытаскиваем. Опа! Он у меня даже и не держался. Вот эти вот две металлические втулочки, они издают звуки. Сейчас слушайте. И вторая также. Итак, чтобы они не брякали, мы сейчас их обмотаем изолентой. Скорее всего, буду обматывать здесь в середине. Ну, вот эти вот еще места. Что на той, что на этой. Постараюсь обмотать на месте. Может получится, нет, так буду доставать их и обматывать так. Я вот тут примерил изоленту, и она как раз подходит в это место. Как раз ее. Опа. Небольшой слой намотать. Ну, чуть потолще сделать. Я обмотал в двух местах. Вот она свободно крутится и уже никуда не девается. И вот сейчас вот слушайте звук. Эта вот вторая еще не обмотана. Какой звук сейчас? И сейчас я обмотаю вторую точно так же. И посмотрим, то останется звуком. Намотал я еще в двух местах изоленту на второй втулке. И слушайте теперь. Мне кажется, звуки стали глуховатые и уже не такие надоедливые. А сами втулки сидят мертво. Все, сейчас ставите бардачок на место и проверяете работу. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. В дальнейшем будут еще видео, думаю, что полезные. Всем пока!